Добрый день. Меня зовут Юрий Брешин. Я актер. Мне 67 лет. Я закончил высшее театральное училище имени Щепкина, курс Коршунова. Затем я еще закончил высшие режиссерские курсы, курс Хефица. В театре я играл Лопахина в «Вишневом саде», Леонардо «Кровавая свадьба», Пулески «Белые розы», «Розовые слоны», Людовик XIV «Кабала Святош». В кино это обычно сериалы, около 15 штук. Основной сериал это «Паутина», я там его играл 11 лет. Потом «Полицейский с Рублевки» генерала. И играл еще в «Сестрах», «Катастрофа» и последняя реклама «10 дней до весны». Я хочу рассказать про закон, который я открыл. Я его назвал «Дерни за веревочку». В моей жизни был момент, когда я ушел от жены, а к другой еще не пришел. И был момент такой свободы. Я очень сильно переживал, что расстался с супругой. И в этот момент обычно к нам, мужчинам, приходит такое размышление, мы начинаем философствовать. Вот этим я и занимался. Потому что мы же обычно все время работаем для детишек, для жены. А нам-то что нужно? И я вдруг задумался, а мне-то что нужно? А я что хочу? А я хочу собачку. Русскую псовую борзую. Я взял газету, узнал, где можно купить. Созвонился, я тогда на Парковых жил, и на третьей Парковой как раз там Марина, она продавала этих щенков. Я пришел, всех уже почти раскупили, осталось два. Один ходит, грустный такой, а второй веселый, радостный, бросается ко мне, возьми меня. Я говорю, конечно, я тебя возьму. Я его взял, обнял его, и мы вместе пошли домой. Я был счастлив. И был счастлив мой щенок. А потом начали происходить чудесные вещи. Мне в театре предложили работу. Жена нашлась. В кино стали приглашать. Деньги появились. И я понял, я нужно дернуть за веревочку, потому что эта веревочка, она связана с сетью. Но именно ту веревочку нужно дернуть, которую тебе хочется. Это твоя веревочка будет. И сеть будет вся твоя. Вот такой замечательный закон.